Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует клан Альянс Серая Лига, и сегодня мы поговорим о вторичном оружии под названием Гелиокор. Гелиокор — это новое оружие, приобрести его можно у Цефалона в реле. И у данного оружия есть офигенная фишка. При убийстве этим оружием мы отправляем убитых наших врагов к себе в кодекс. То есть, грубо говоря, мы их сканируем, но только при убийстве это все происходит. Когда я об этом узнал, я подумал... А учитывая то, что у меня кодекс почти не заполнен, учитывая то, что у меня даже очень большой ранг, мне это оружие в данный момент очень сильно пригодится. И переходим к билду. В данном оружии нет статуса вообще, и поэтому я начал играть от крита, да и в принципе от крита я начал играть. Болевая точка увеличивает нам общий урон, ярость на пару с берсерком увеличивает нам скорость атаки при срабатывании крита, тяжелая травма придает нам ударный урон. Закалка крушитель органов увеличивает нам шанс крита и множитель крита, и шокирующее касание или лихорадочный удар дает нам эффект коррозии. И давай же посмотрим, как наше оружие будет справляться с противниками 60 уровня, потому что на более больших уровнях это оружие практически бесполезно. До 60 это оружие справляется очень-таки даже легко. Противников бояться с данным оружием не надо. Оно с ними справится относительно легко. Как мы видим, справились мы просто довольно-таки быстро. Ну, я подумал, куда же это оружие можно применить, более сделать его эффективным. И мне сразу в голову пришла Мираж. Во-первых, с Миражом оно будет более эффективно. Если ты думаешь, что этого мало, можно еще взять кота с талисманом, который увеличивает нам наш множитель крита, делает его двойным. Но если этого мало, не забывай, что у нас Мираж умеет копировать себя, и получается довольно-таки весело. А происходит следующее примерно. Что за... Ну давай. Вот так вот наша Мираж справляется с противниками. Ну, никто вам не мешает думать самим, экспериментируйте, делайте какие-то свои билды. Ну, на этом все. Пока.